Всем привет! Меня зовут Марина. Это мой блог о домашней выпечке, организованный агрохолдингом Goodwill. В своей выпечке я использую муку только торговой марки Goodwill. Выпечка получается отменной. Кто не любит пиццу? Пиццу любят все. А домашняя пицца – это очень вкусная пицца. Сегодня мы ее с вами и приготовим. Начинку вы можете сделать абсолютно любую, по вашему вкусу. То, что у вас на данный момент есть дома. А как делается тесто для пиццы, я вам покажу. Самое главное, для пиццы очень тонко нужно раскатать тесто. Ну а начинку вы положите любую, столько, сколько захотите. Это продукты, необходимые нам для приготовления домашней вкусной пиццы. Для теста мы возьмем муку, масло оливковое, соль, воду, сахар и дрожжи. Все остальное у нас пойдет для начинки. Итак, заведем тесто. В миске я соединила 2 стакана просеянной муки, соль, сахар, дрожжи и растительное масло. Вливаю теплую воду и замешиваю тесто. Тесто я замесила, оставляю его теперь до подъема, накрыв салфеточкой. Тесто замечательно подошло. Сейчас я буду формировать пиццу. Сделаю 2 разных, одну с грибной начинкой, вторую с колбасой. Основу для пиццы делаем как можно тоньше. Одну я смазала кетчупом, другую майонезом. Здесь разложила обжаренные грибочки. Сейчас здесь буду копченую колбасу раскладывать. А вот я разложила все начинки и теперь присыпаю сыром моцарелла. Начинку вы можете сделать совершенно любую, по вашему вкусу, какую захотите. Ведь домашняя пицца – это самая вкусная пицца. Теперь мы ставим в разогретую духовку до 200 градусов до готовности. Готовится она довольно-таки быстро, 15-20 минут. Вот такие 2 невероятно аппетитные и вкусные пиццы у меня получились. Приятного вам аппетита! Если в тебе понравилось видео, ставьте класс, подписывайтесь на канал Goodwill. Всем пока!